Добрый день, уважаемые подписчики. Вот сложилась та ситуация из предыдущего видео. Вы должны понять, что люди как бы в ступоре в каком-то находятся. Это бывает на улице. Я, в принципе, об этом говорил. То, что уйдет лидер. Или я не знаю, куда Аслан делся. Или значит, он отлеживается. Не так уж он и плох в этой компании был, поверьте мне. Или он отлеживается, или значит, может быть, устроился, какую-то халтуру нашел, или что там. Не знаю, короче, его нет. И вот они все там в таком полупаническом состоянии. Некому их подтолкнуть. Я вот забежал домой, значит, покушать и навести им чаю. Черный встретился, я говорю, я иду домой кофе пить. Везет тебе, говорит. Я говорю, да, везение прям невероятное. Я говорю, тебе-то какая разница, что я иду кофе пить, оно тебя не спасет, тебе выжрать надо. Он говорит, ну чаю бы попил, ну сейчас наведу им чаю. Сахар, чай есть, слава богу. Вот сейчас какую-нибудь баклажку или банку найду, наведу. Манька грустная, Валера забухал. Не знаю, приедут, но он с сумкой, с гитарой, ну понимаете, да, то, что не все так просто. Выгнали, может быть, там хитрят тоже в этих домах, выгоняют на 3-4 дня, чтобы ты, короче, пришел с покаянием, так сказать, в кавычках, с покаянием попросился назад. Ну, вот, тогда ты будешь еще больше под ногтем, под каблуком. Вот это в рабочих домах всегда так делают. За пьянку, значит, где платят, там, значит, лишают зарплаты за неделю и выпроваживают на 3 дня, чтобы ты типа восстановился. Вот. Но на самом деле это... И приходишь, ты еще неделю работаешь бесплатно, как типа реабилитационная неделя. Вот. Неделю работаешь бесплатно, без косяков, значит, тебя оставляют. То есть 2 недели минус. Это большинство рабочих домов так делает. Где-то вообще кидают и так далее. Вот. Но там так как не платят, где Валера был, там я не знаю, с чем связан его визит с сумками, с вещами, с гитарой на Савеловский вокзал. Но ночевать он здесь не ночевал, я так понял, потому что в прошлый раз он был без вещей. Вот. А, по больничке, значит, был я в больничке сейчас на 1200 там с лишним, на 1300, короче, купил этих всяких прибамбасов. Но врач говорит, короче, съемка там запрещена, соответственно. В Боткинской вообще очень строго. Мы тогда были, когда Дениса возили с Женей, вот, когда он тут с ножами, с пистолетами бегал. Нам тоже там не дали снять, мы так это из-под тишка сняли. Вот. Но сегодня смысла не было, там 1 минуту я буквально был, этой нянечке передал этот пакет. Вот. Алексею ничего не нужно, ну, а мне девать их что, выбрасывать, купить уже купил. Короче, кому достанутся там, бог с ней. Вот что по сегодняшнему дню. И вот, значит, еще 2 человека у нас по паспортам объявились. Валера Губа, я вообще не знаю, неужели там не могли ему 1500 заплатить за него госпошлину и сделать за несколько месяцев уже паспорт. Вы представляете, что такое это, рабочие дома эти. Вот. И Черный. Но Черный говорит, после 11-го я сейчас пойду чаем отнесу. Вот. Потом схожу все-таки в МФЦ. И это попробую поинтересоваться там, чтобы без космоса сделать. Страховой полис-то, я надеюсь, сделают без этого, без него. Просто данные его отдать, чтобы страховой полис. Мне еще просто сказали грамотные люди в этом вопросе, что нужно, прежде чем страховой полис медицинский делать, надо сделать СНИЛС и ННН. А СНИЛС и ННН, я точно знаю, что там госпошлины небольшие, но платить. Там что-то рублей по 300, по 400.
Вот, потому что я себе восстанавливал. Ну, вот такая ситуация у нас по нашим персонажам. Был сегодня на Новослободке. Ксюха там, Волк. Все живы-здоровы, остальные не снимаются, ребята, тоже все. А, один там, Алексей, что-то попал в полицию, не знаю. Нашли карточку, ну, такая же движуха, как вот у малька у нашего было, и у Лены, которая с танком жила. Кстати, танк и Тайсон звонили мне. Тайсон звонил, значит, Тайсону 4,5 дали. Танку 5,5. Ну, погоду они отсидели. Соответственно, 3,5, 4,5 осталось. Подали на апелляцию. Вот 26-го будет выноситься решение о назначении судебного заседания. Грустненько. Грустненько. Но как есть. Что получилось, то получилось. Не каждый день веселуха, не каждый день какие-то сверхсобытия. А, Надежда эта, слава богу, уехала домой, набралась смелости, мозгов и так далее. Уехала к мужу. Сумка осталась у меня. Но позвонил мне муж, мы знаем друг друга, Мишка. Сказал: Сань, буду в Москве, тогда заберу сумку. В принципе, все. Обедаю, несу. Может быть, сейчас какие-то, не знаю, по бутерброду хотя бы им сделать. Меня тоже напряг. Напряг совсем. Ну ладно, ничего страшного. Я, главное, в тепле, трезвый. 88-й день. Порадуйтесь за меня. Чего я вам желаю, ребята. Поменьше бухайте. Я понимаю, все равно когда-то, может быть, и я выпью. Пока держусь, но все-таки надо как-то. Уже за 40. Надо прибиваться к бережку, так сказать. Подпишитесь на канал, граждане, кто не в курсе, кто еще не подписан, просто зашел посмотреть. Просмотрите ролики хотя бы вкратце, хотя бы через один, что мы делаем, чем занимаемся. Ну и ждем ваших комментариев, лайков, подписки, соответственно, нажимайте колокольчик. Будем надеяться, что будет весело у нас. Весело, позитивно. Ну и какие-то движения в плане помощи людям. Все-таки мы будем делать, так или иначе. Хотя бы отнести чаю. Это уже плюсик, маленький плюсик. Все, всем спасибо, пока что. Так, наводим чай. Нашим бедолагам. И бычи заварил чайку. Лежит, болеет, но ничего я ему не буду покупать. Пошел нафиг. Тем более не на что. Так, сколько? 4-5 пакетов сделано. Пакетов сахара. Сахаром на глаз. Это все перелить, что надо найти. Наверное, мало, да? 5 пакетов. Сделаем покрепче. Черный там изъявил желание попить чайку. Ну, слава богу, что не водка. Так, дальше движухи. Пришли две посылки мне через СДЭК. Я так подозреваю, одна там слуховой аппарат, который мы
просили из Читы, Беслована. Девушка. Вторая не знаю, что. И вот, короче, чаек ребятам. Сейчас передам. Браво, композитор. А где братва лихая? Я чай принес, от черный просил, чай горячий пока попей, сладкий. Ну куда они, на шестой ушли? Нет, ну мне звонил человек, я звонил, просто я... Они на шестой ушли, да? Поехал, привет, передавай. Ты меня слышишь, нет? А? Они на шестой ушли, не знаешь? Не знаю, вроде не хочу. Вот чего-чего, не знаю. А че, кто с Владикавказа? А? Что, кто с Владикавказа? Ну вот сейчас Владиков, он пристрел себе деньги перечислил. Ну, и куда ты дел деньги? Догадайся, трех раз. Я куда с одного достаточно. Чай будешь пить или отнести им? Не, лучше. Я, просто... понимаешь, я постараюсь заработать тихонько. Где их искать-то, блин? Честно скажу, я свои как позвонил, жена будет. Я понял. Она мне как сказала. Не, ну что наверное, толку? Наверное, я тебе дал. Не, ну что толку, ты позвонил? Ты ж, дальше-то она что? Она позвонила. Ну, она позвонила. Хочу. А толк, смысл какой из этого звонка? Я зарабатываю сейчас на дорогу. Она под Тулой живет. Под Тулой? Ну, до Тулы сколько билет стоит? Рублей 400, наверное. Билет, да. Я заработаю. Блин, ну сказал, сидите здесь, чай принесу. Они взяли, свалили. Да все свалили. Я вот так вот занимал. Я говорю, присмотри, я не ломать. Я думаю, сейчас. Я просыпаюсь. Ну, буквально, может, минут 15. Уже не Маша. И там, да? Что, наверное, приехал под пищу. Погнали. Он приехал, он обещал, кстати. А кто обещал? Пацанник. Говорит, я хочу с тобой быть. Может, пока я вас задремал, они вас встретили. А мне это надо. Мне деньги нужны, дорогу. Сейчас Алик приедет, он меня просто берет опять в дом. Ну, а как ты поедешь без паспорта? А мне паспорт нужен. Чертикам. Ну, на автобус тебя не посадят, на поезд не посадят. А зачем? На электроне. Электричку прямая. На электроне, да. Зачем мне паспорт на то? Ну она же не в самой паспорт, Туле. Паспорт. А, ну там, в принципе, разберешься. Я обещал мне с паспортом помочь. Я такой. С понедельника. Ну где тебе в понедельник искать? Я вот одного обещал отправить, он в реанимации лежит. А мне теперь люди предъявляют. Ну, почему у тебя его паспорт, тыры-пыры. Да. Я к нему вечером подошел, к этому, к Леше. Говорю, дай сюда паспорт, чтобы ты его не потерял. Я в 9 утра приду, уже денег собрал на дорогу. В 9 утра приду, и ты едешь в Беларусь. Я не знаю, что там за волна. Ты сам знаешь. Я уж кому-кому доверяю. Уж чего я доверяю? Ну. Твоя девочка доверяла всегда. Сам знаешь, для нас это святое. Так, ну пусть пока здесь этот чай, чтобы я не таскался. Я пойду посылки получу, там две посылки мне пришло. Не знаю, что за посылки. Да, ну я поиграю, поеду. Побренькай. Если придут, отдай им чай. Или сам попьет. Горячий пока попей. Давай. Я хочу. Не сидеть.
Давай. Так, ребятки, ну принес я одну посылочку. Да. Вторую, короче, отправили не по правильному адресу, не в Москву, а в Малаховку. Блин, мне теперь придется ехать в Малаховку за ней. Так, это что-то. Салфеточки какие-то. Это наушнички. Это мыша. Это мыша. Я так понимаю, ребята, мы теперь с ноутбуком. Цветочки берем. Коробочка не упала. Ну и вот так. Что там? Ножичек сейчас упал. Все валится. Дела поправятся. Вот она, собственно, посылочка. Так, еще наушники. Или оттуда. Никак не пойму. Двое, что ли? Наушничков. И это для меня, наверное, да? Щетка зубная. Я так понял. Так. Огромная благодарность нашим друзьям. Шнурочки. Шнурочки зарядки. Блок зарядки. Ну и собственно ага. Да, нифига тут какие-то штучки антиударные, антистрессовые. Бумага. Будем стихи писать. Так. Ну-ка. Грамотно сделано, да? Всякие такие прибабасики. Так, сейчас я собственно нотебук. Собственно ноутбук. Супер гуд. Дай бог здоровья нашим всем подписчикам. Теперь я буду продвигать каналы гораздо быстрее. Сегодня бессонная ночь. Дай бог здоровья, ради бога. Спасибо. Спасибо большое. Все, пошел включать. Че мы? Чай передали. А, просил у меня черный там. Приболел от простуды, говорит, таблетки надо. Где-то у меня были, приносила мне это Валентина, подписчица. Там оставались хорошие таблетки, я две выпил, все прошло. От простуды. Вот, бухают, не болеют. Как только сегодня они все более-менее трезвые, начали вылазить у них все болячки. Сейчас пойду лекарство. И жена синего там в переходе стоит, торгует, у них коляска. Это тачанка такая. Вот.
Ну, сегодня, наверное, не успею, завтра я ему телевизор оттараканю. Все, спасибо большое. Ребята, ваши комментарии по этому поводу. Ну, вот такой вот ноутбук. Тин-тин-тин. Очень все работает. Мыша. Все нормально. Занимаемся, короче. Работаем. Ну вот, уважаемые зрители, вечерело. Так, чтобы я не забыл, Рустам Абубакиров, тебе огромный привет от нас из Москвы, от Савеловских. Вот, сейчас мы идем, несем таблетки черному. Так, что еще? А, ребят, очень много комментариев по поводу там Губа забухал. Так он не просто забухал, он еще обнаглел. Сейчас я ему скажу тоже об этом. Короче, каким образом там кто-то слил телефон в сеть Губы. И значит, его нашли там люди, служившие с ним, знакомые служивших, и скинули ему деньги. А он поступил вот так, пропил их. А скинули деньги на билет ему до Тульской области, чтобы он к жене ехал. Ну, здесь я вообще не знаю, как быть, просто какой-то парадокс. Парадокс сверхнаглости. Ну, ладно, это его жизнь. У нас сейчас таблетки. И, в принципе, на сегодня все. Гитара звенит. Так, черный здесь, самое главное. О, бомжик. Так, таблетки тебе принесли. Короче, там, где одна, доставай все, я покажу тебе. Вот это одна, это хороший антибиотик, прям ее сразу глык. Там это. Сейчас и я, но... Похуй. Я тоже пил, ну я, правда, без бухла пил. Короче, все по одной, три штуки по одной, долбани сразу. Ну что, уже порвал одну? Маленькую. А. Надо струну. Губа. Это. Маленькие струны. Это. Тебе передал с Волгодонска подписчик огромный привет. Я вообще не могу дозвонить с Кавказа, у меня батарейка села. Батарейка села, ну я так и понял. А он тебя поехал, прикинь, все, он доехал, Казаков. Вот. Все, да, меня. Он нашел твоего этого полковника, подполковника. Да? Да. Ну, он тебе передал огромный привет, ну, в плане вот таком бы. Ну, они еще... Что, то, что он его тебе... не был, когда я уехал. Не полковник, а этот подписчик. То, что он тебе денег скинул на билет, а ты его истратил на билет. Понял, да? Нормально. Нормально, конечно. Для тебя нормально, а он очень сильно огорчился на тебя. Ничего. Лучше пускай. Так, а вы демоны, блядь. Я если еще раз увижу, что там в лицо всегда нахуй говорите. Крыса, хуй с рыса, нахуй, ясно? В лицо. Если я что-то спрятал от тебя, мне подойди и скажи, маэстро, где нахуй? Не надо прогинаться за бутылку портвейна, блядь. Будьте, блядь, людьми. И ты тоже там гривой кивал, стоял, блядь. Что нет, тебе видео показать? Сказал, что маэстро не может. Если он даже взял, значит ему надо было. Мне похуй. Я, братан, с тобой прожил сколько. Ну, что я, блядь, откуда, что, уводил, что ли, нахуй? А? Что я, откуда что-нибудь уводил, блядь? Нет, мы шел, блядь. Нет, это. Конечно. Ну. А я промолчу. А ты вообще промолчи, да? В общем-то. Ладно, все. Сказки. А, это. Пока ты не побитый, не порватый и чистый. Нет, завтра. Завтра. А? Все, я Женька. Женька звонил. Завтра, короче, не знаю, Женек там накинет, что не накинет, сходить, подать заявление на паспорт. А?
Завтра едем в Долгопол. С кем? А, с Женькой? Ну тут сходить полчаса буквально, запомни. Ты убрала? Фу, блядь, фильм, ты без паспорта ходишь, мудила. Фильм. Тебе все фильм важен. Ну смотри сам, мое дело предложить. Там вот положила. Чуть-чуть у меня есть, но пол суммы. Я найду тебе. Дело, чтобы звезды сложились, понимаешь, чтобы были и деньги, и ты трезвый, чистый. И чтобы это МФЦ работало все вовремя. Понимаешь? Ложка дорога к обеду. Тебе сделаем после 11-го, Костян. Паспорт, это херня все, паспорт. Но тебе будут долго делать, месяц. Тебе месяц будут делать паспорт. Нам, кто из этого, не из Москвы, не из московского региона, месяц. А кто Москва, московский регион, неделя. Меня закрыть могут. Ну, будем надеяться, что ты там это пропетляешь. Короче... Что ты нагнетаешь какую-то обстановку? Какую обстановку нагнетаю? Ну, там, знаешь, вот я ролик уже выкинул, что там люди пишут, да? Тебя там готовы разорвать нахуй вдоль... Меня? Да. Меня за что? За то, что забухал. За это. Но, блядь, здесь советская армия. Из советского. Ну ты напился и там бы остался в доме. Объяснил бы там, прогнул, гриву согнул. Гриву согнул, а ты гордый, начал там, наверное, это, понты гнуть. Тебя и нагнали оттуда. Ну почему ты с сумкой? Почему ты с гитарой, с сумкой? Потому что там, понимаешь, ты меня поймешь. Я понял. Я уже тебя понял давным-давно. Меня наебать погоды нету. Я никого. Я просто, знаешь, когда мной командует начинает. Ну понятно. Вот никто. Извачивай никак. Просто вот человек, такой, как я, работяга. И меня начинает. Выпил таблетку. Сожрал. Сожрал. Мне начинает укладывать. Да, вообще. Вот Алик, он мне просто звонит. А ничего перемешивать не будет, ничего не будет. Да, ничего не будет. Валер, ты чего? Ну, он начинает гадывает. Мне мужики говорили, да, когда начинает укладывать. Я понимаю, что он. Тебе скинули на билет. Ну, почему ты не поехал? На билет тебе скинули. Литр и гуся, да? Сидит. Минус. Ну, а ты что, без портвейна? Санчёва. А, есть, да? Что, пятихатка? Ну, пятихатка, ну, литр. Дело не в деньгах, а в отношении, понимаешь? Он... Мы сейчас полчаса с ним разговаривали по этому поводу, да. А я хотел, чтобы он зацепил, чтобы он посмотрел, кто я был, чего я был. Понимаешь, вот я пятихатку, я перешлю обратно, это не проблема. Дело не в деньгах. Дело в том, что я хотел, чтобы он узнал, кто я. Что я не шипзик какой-то для дрипа. Шипзик, у тебя завтра с утра будет сумка, гитара. У меня вот гитары. Ну а с утра они будут? Гитары святой сам. Нет, с утра они будут? Будут, конечно. Гитары это все. Это все. Ладно, уважаемые зрители, вот как есть. Подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте комментарии. Пишите, ставьте лайки. Спасибо хоть на этом. Хоть в чем-то ты мне можешь доверить. Ладно, всех благ. Будем надеяться, что это ненадолго. Валерка тут зависит. А? Страну. Что страну? По одной не продаются здесь. Нет, надо в других местах. Здесь комплект. Комплект рублей 300-350. Рублей 300. Я знал, что мне надо 10 я тебе сказал новый. Я знал. 3 бутылки портвейна. 3,5. Да мне портвейн. И пачка сигарет. Ну.
Мы на плюсе у нас. За коммунальные 3 пол-литровки отдай, да? Как в том фильме. Я закурить не буду. Ладно, всех благ.